Постоянно вращающий карандаш. Это, возможно, самая удивительная игрушка науки. Нам для этого необходимы 4 кольцевых магнита, карандаш, резина, клей и другие необходимые вещи. Сначала возьмем часть резины и проталкиваем туда 3 палки. С помощью клея приклеиваем палки к резине. В центр нашей резины с помощью клея приклеиваем монету. Возьмем толстый лист карты с отверстием в центре и прикрепляем к верхушку нашей палочки. Теперь возьмем 4 кольцевых магнита, помещаем один в центр. Внешние магниты должны отражать центральный магнит. Теперь применяем клей и приклеиваем наши магниты к нашим палкам. Магниты не надо поднимать, потому что они должны приклеиваться к нашим балкам. Оставляем готовую сборку на некоторое время, чтобы она высохла. Теперь возьмем карандаш и проталкиваем туда магнитные кольца. Сделаем полоску конусообразной формы, с помощью клея приклеиваем к нашему карандашу. Теперь поставим наш карандаш. Даем вращение, и он будет вращаться в течение долгого времени. Наконец, закрепляем пропеллер, сделанный из картонной бумаги, в карандаш. Помещаем игрушку под веер. Вы будете удивлены видеть, как вращается карандаш. Это будет похоже на бесконечную машину движения. Он постоянно вращается.